Считаешь себя супергероем или хочешь таковым стать? Тогда тебе сюда. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзьяки! С вами МакГрубер, и сегодня я хочу представить вам замечательную фигурку. На сегодняшний день довольно-таки редкую фигурку из игры Borderlands. Claptrap. Oh, hi. Didn't see you there. Как вы помните, у меня уже есть не такой парниша. Это Джейкоб. А это самый настоящий Claptrap. Марки CL4PTP. Ну, то есть Claptrap. Так, здесь у нас оказывается, что детям от 17 и выше. Такой вот блистер. Ну, нековский блистер, в принципе, ничего удивительного. Gearbox. Краткое описание, кто это такой и с чем его едят. Да, действительно, это один был из первых, если не самый первый выпуск. И на сегодняшний день найти их очень проблематично, даже на Амазонах и eBay'ах. Но давайте распаковывать и рассматривать. Borderlands мне очень понравилось. Классная игрушка, что первая, что вторая. А вот при сиквел я уже не играл. Хотя говорят, что для фанатов самое такое. Но я не считаю себя прям таким ярым фанатом серии. Просто мне игра понравилась. Довольно-таки необычная в плане графической визуализации. Практически идеально вскрыли. Достаем. Так, это в мусор. Боже, запах, как всегда. Аж дышать нечем. Другое дело, японские фигурки распаковываешь, а там французский Шанель номер 5. Красавчик вытащен. Что-то у него колесо повернуто. Оп. Отлично. И подставочка. И фиксатор. Так, ну давайте его рассмотрим для начала. Так, более детально. Значит, поднимается люк, якобы имитирующий бровь. С этой стороны тоже поднимается затворки, закрылки, как оно называется. Сгибание в локтях. Надо очень аккуратно, потому что, сами видите, какие они тоненькие. Так, кисти не поворачиваются. Ну, кистями это тяжело назвать, но тем не менее, вы меня поняли. Колесо крутится. Более-менее. Так, а тут у нас все, больше ничего, в принципе. А, и самое главное. Nokia Connecting People. И в итоге мы собрали нашего Claptrap'а. Выглядит он потрясающе, хочу вам сказать. В принципе, что для Nokia очень редко. Как будто он только сошел с экрана наших с вами мониторов. Именно он при начале игры кричит нам «Greetings, Traveler!», что в переводе означает «Приветствую, странник!» и рассказывает нам о тяжелых буднях Пандоры. Да, такой вот пошкрябанный. На морозильную камеру похож, правда, чем-то. Вот как он крепится, кстати. Поддон одинаково выглядит, что у него, что у Джейкоба. Это зря. Между прочим, могли бы сделать и разные. Так как фигурка, в принципе, является не дешевой. Не из дешевой. Но в любом случае, смотреться должен. Еще выходило помимо него такой синий и Claptrap Gentleman. Я их в ближайшее время постараюсь приобрести и, разумеется, показать вам. Ну, а мне осталось добавить, что с вами был МакГрубер. Как всегда, подписывайтесь, оцените, комментируйте, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, играйте в хорошие игры. И мы с вами, как всегда, скоро доувидимся. До новых встреч!